И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, как всегда, отличное настроение, и сегодня мы играем в Гаррис Мод. Давно у нас не было рубрики «Аниматроники защищают пиццерию». Димочек, поздоровайся. Всем привет. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита. Так, и... ну что, Димас, готов? Понеслась. Только не сильно понеслась, так. Чуть-чуть. Так, ползучие зомби хотят захватить пиццерию. Диман, они лезут пиццу нашу кушать вкусную, правильно? Да. А пицца осталась... Ребята, осталось две пиццы. Одна меня, одна Димону. Мы никому не дадим. Мужики, выходите, пиццы нет. Классно. Я, короче, лазер возьму. Давай. Смотри, у меня оружие... Ого, на мордахи! Прыгаю душки. Вы что, дураки, что ли? Я испугался. Ого, не в воздухе расщепляют. Мужики, я две пиццы. Димас, я отступаю в пиццерию, аккуратнее меня не убей. Давай, аккуратненько. Не пускаем. Они сейчас сломать будут там стекла, двери, сейчас все выломают там. Миха, все хорошо. Главное не пускать. Димон, а зомби едят пиццу или нет? Они же все мясное едят, а там мясо, колбаса, елки. Ребята, напишите в комментариях, заедят ли зомби пиццу или нет. Мне интересно. Ведь вас бы видел, я им просто туловище отпиливаю этим лазером. Пойдет, расщепитель рулит. Ах, и крабы за жопу кусают. Так, ребята, возьму что-нибудь пожестче. Во, я их оттащил, сейчас придется тащить их обратно в пиццерию. Так, давай тогда другой. Ого, громковато. Ну ничего, пойдет. Че, Димон? С кулаков, Димон, сейчас буду их убивать, смотри. Ого, ты псих. А ну давай, я посмотрю. Давай, я посмотрю, как ты их хочешь. Давай, что ты, Димон, ты сейчас слабо. Да ну нафиг. Ах ты! Блин, а их боюсь, когда на лицо прыгает. Уходи. Так, давайте, что у меня еще тут есть? О! Я дробовики эти не юзал, кстати. Ого, пойдет, ребята, мне нравится. Ого, он перезаряжает и перекручивает его на пальце. Сейчас, а, кстати, есть такой дробовик, классно, да. Да, мне нравится. А ну, мужик, иди сюда. Димон, я отомстил за тебя. Минус один аниматроник. Ух, четко, перезаряжаемся. Так, четко. Это винчестер ты, Димон, взял, да? Как обрез. Мы всех убили? Ай, нет. Ого, сколько трупов. Все, Димон, всех загасили. Смотри, сколько тут это. А их можно порасщеплять? Ну, можно. Или нет? Димон. Нет. Да, не знаю. Прям гора трупейшена висит. Так, Димас, сейчас у нас будет армия пошустрее. Так, подожди, я оружие возьму, я уже боюсь. Димас! Ого! Муравьиные львы! Да, Димон, ты чё, псих, что ли? Они кусают! А, вовнутрь! Забегай внутрь, я сейчас, да, взял пушку покруче. Все, они... Они уже внутри, что ли? Да, все, забегают. А, ребята, это жестко, мне нравится. Ты чё пергун прилетел сюда? Я на улице, Димас. Ого, их тут, иди сюда! Нашествие муравьиных львов на пиццерию. Куда ты пошел? Вход весь закрыли, Димас, забронировали своими телами вход. А! Жесть! Смотри, иди, глянь, Димас. Иду, да тут джарабас толстый жоп лезет. Блин, перегородил мне путь, надо пролететь. Они тут около входа тусуются. Ты чё? Мужик, я свой. Так, ну, Димон, ты сколько их поставил? Да нормально вроде. Ага. Дверь, закрывайся. Фух, давайте оружие возьмем здесь какое-то. О, вот это поярче будет. А ну, кто здесь у нас муравьиный лев? Ух, бабах, вообще не... Чётко, жирно, Димон, получается. Трупы, отойдите. Я, короче, по кругу, по всей пиццерии, Димас, вокруг пиццерии водить, понял? Вокруг пиццерии пробегать, тут труп. Ребята, если вам нравится наша мочилова, ставьте лайкосик. Это кто? Это, Димас, тяжелая артиллерия. Ого, это краба кидала. Краба... Да, Димас, правильно говоришь, краба кидала. Я не знаю, как-то еще сказать на него. Заряжайся, мужик. Они меня этими кусают, у меня токсины вводят у меня. Чтоб я это поменьше бежал. О, я убил какого-то челика. Хэдкрабы. О, гони там! Нормально, Димончик, пойдет.
Мне патрон на них не хватит. А мне тоже. Патронов нет, говно. Чувствую себя каким-то выжившим. А! Димас, быстрее застраиваемся. Кто? Иди сюда, мужик. Димас, ты застроился. О! Да ты чё, бессмертный хэдкраб, что ли? Косой. Смотри, я лестницу сделал, во. О, нормально, пойдет. Так, заходим наверх. Димон, их тут внизу. А, да? Прям в борду прыгают. Ого, они перепрыгивают барьер. Димас, что делать будем? А, сейчас, Димон, надо оружие какое-то поярче взять. Поярче, а, да. О, вонючие гранаты. Так. Ого, Димон, смотри, что я там делаю. А, уходи. Я вижу, вижу, ты их тут жжешь и травишь, да? Они нам ломают стенки, Димас, кстати. А, блин. Ломают, да что ломают. Он ко мне пристал, это твое говно? Смотри, стенку сломали. Ого, там жесть творится. А ну, иди сюда, сынок. Бу! Еще одна есть. Чем Димон, смотри, красота. Так, стой, давай. Ох, я тоже так хочу. Еще так. Одна. Граната, да, надо за ней закидывать? Такая ручная нарисована. А, ну такая тоже пойдет. Ого, аж подвисает. Ты че? Ого, прям попал в меня хэдкрабом. У меня патрон нету, они мне все патроны заходят. Ого. Нормально защищаем. Орбитальная пушка у нас пошла. Орбитальная, моя любимая. Сейчас Димон кишки разбросает в разные стороны. Беги! Спасайте, кто может. Бу! Ого, Димон, ты жестокий мужик. О, как они все это попали, да? Вообще жирно, Димон. Что, еще живые есть? Да, есть. Вы че, мужики? О, Димон, я копья. Давай. Давай. Это копья, отлично. У меня 16 таких штук. Неплохих. Так, Димон, где они? Во. Я вижу чили пиздрика. Во, хэдкраб. Четко заколол. Во, еще тут хэдкрабы бегают. Вот это трупейшенов. Так прикольно, его так тупо прям бьешь, как будто... Вот так вот как-то. Ого, да ну нафиг, Димон, ты что, псих что ли? Да. Ой, я их буду с окна стрелять. Они, кстати, не могут зайти, Димас. Да? Так это же круто. А я могу зато на окно прыгнуть. Чё, мужик? Так, что у меня есть за оружие? О, так я их легко убиваю с этой гранатомета. Не, стань на ебово, давай что-нибудь попроще. А, это что у нас? Димас, о! На улицу иди, Димас! Ого! Димас, все, я выбежал. Давай как с быками тут, знаешь, можно в сторону отходить, пусть бегает. Да, да, да. Давай, мужик. Давай, 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 бежит, бежит, бежит. Да ладно, как ты так-то? На. На, Димон, видел, о, красота? Вот тальтуху сделал. Ну, Гаврил не умеет. Говорил, да, тебе? Смотри, как я четко попадаю. Ну, не в этот раз. Ого, красота. Прям около моих ног остановил. Ну, прям кишки, прям в лицо попали его. Да как с дробовика я его заряжаю. Димон, это было просто, но даже интересно. Мас, я в помещение забежал. Как думаешь, они по помещению умеют? О, давай проверим. А, он тут-то! Димас, они умеют бегать по помещению. Так они уже внутри пиццерии. Они нашу пиццу одну съели. На тебе за пиццу, я ему голову отломал. Мас... Спасай. Нормально, я проход зачищаю, никого не пускаю. Это пиццерия только аниматроников, вам сюда нельзя. Ну чё, мужики, засыкали, да, к нам? Частым покупателям леденец бесплатно. Это чё, типа соса... А, понял, все, играем дальше. На тебе за это!
Как с пулемета, Димас, гашу. Но я отступаю, потому что они меня уже прессуют жестко. А мне очень нравится этот гранатомет. Я в него влюбился. О, вот эта помпа вообще офигенно. Не только ее их надо убивать. Димас, там еще не все. Да слышу, как кто-то журчит прям. А ну, журчащие, идите сюда, мурчащие. Да ладно! Убил гранаты. Я буду мстить. Они бегут и стреляют прям. Опа-на, Димас, это ядерный. Кстати, а у меня одно хп, у Димона 14. Насколько была жесткая война, но мы выжили. Пусть с одним хп, но мы выжили. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все пока.